При освещении специальной военной операции имя ЧВК «Вагнер» звучит со всех утюгов страны. Наверное, вы тоже наблюдаете, что в последнее время участилась активная реклама в интернете о вступлении в ряды этой военной организации. Не берусь давать оценку легитимности создания этой организации, а также ее методам, но все же... Вопрос. Где же они взяли мои персональные данные? Сегодня, 27 февраля, поступил звонок из этой частной военной компании. Сейчас вы можете увидеть скриншот входящего номера телефона. Молодой человек представился Сергеем и спросил, не хочу ли я вступить в ряды ЧВК «Вагнер». При засилии агрессивной рекламы ЧВК «Вагнер» в интернете спешить мне тем более некуда. Даже если не вдаваться в мои внутренние убеждения относительно спецоперации. Но их я озвучивать не буду. Догадайтесь, почему. Заинтриговало другое. В интересное время живем. Теперь ЧВК «Вагнер» звонит нам и приглашает на работу.